Всем доброго времени суток. Сегодня, значит, хочу показать, как сбросить сервисный интервал на Audi A6C6. Значит, берем ключ, вставляем за замок зажигания, поворачиваем и ждем на табло. Кратковременно выведет на бортовой компьютер сообщение, что необходимо провести сервисное обслуживание. В машине запрограммировано таким образом, что от километража, по-моему, 10 тысяч километров, или через год выводится на табло вот такое сообщение. Вот видите сейчас сервис. Чтобы он дальше не появлялось, нам, значит, надо просто сбросить. Сбрасывать будем на компьютере. Вот я подключил шнурок. Вася диагност у меня, 17-я версия. И как мы это сделали? Да, кстати, вот тут вот в кадр попало вот этот шнурок красный. То есть я еще не довязал, новую оплеточку купил. И вот надо доделать, шнурки эти все заправить. Ну так, ничего, хорошая оплетка. Куплена в Китае, смотрите распаковку. Так, ну возвращаемся, значит. Вася диагност, переходим в экранный режим. Итак, заходим, значит, выбор, смотрим комбинация приборов, 17, да, у нас. Далее, сейчас идет опрос по коншине, если есть коды неисправности, то будут показаны ошибки. Так, итак, мы зашли в 17-й блок, в 10-ю группу адаптация, в 10-м смотрим напоминание о сервисном обслуживании. Есть кнопочка обнулить, нажимаем обнулить. Вернее, новое значение вводим 0. Видим, что у нас тут была подсказочка. Сохраненное значение 1. 1 это напоминание, 0 это сброс. Нажимаем на тест. Обнулить. Сохранить. Сохранить значение 0 для канала 02 с кодом 02. Вы уверены? Да. Готово. Назад. После того, как мы сбросили через компьютер, отключаем, значит, зажигание. Включаем и смотрим, есть ли у нас это сообщение. Если сообщения нету, то все прошло удачно, успешно. В общем, так вот просто. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. Все, видите, да? Протестировалось.